такая вот херовина. Ярче, тусклее, ярче, нормально даже. Одновременно можно рулить джойстиком. Ну, в общем, в целом задача осталась кнопку запрограммировать на включение света. На кнопке еще ничего. Задача решена. Ну вот. Добрый вечер, с Божьей помощью, как говорится, за два вечера реализована пора. Так, сейчас он включится. Все, вот он джойстик. Теперь мы можем управлять машинкой, его рулевая. Плюс у нас идет шинчик, вот яркостью управляет, вот видно по синему светодиоду. Вот поэтому яркость меняется, соответственно, вот яркость тусклее. При этом на джойстике я рулю в одной координате, это вот это, в другой координате машинка. И плюс опрос телеметрии вот реализован на светодиоде, то есть посылка данных каких-то периодически в пачках уходит, байт, ну, то есть все нормально по циклу. То есть в принципе это как бы один порт занят по телеметрии, но можно загнать несколько портов. Функция стандарта, там еще кнопки неинтересно было программировать, потому что в роботе кнопки особо не нужны, нужна телеметрия, чтобы можно было опрашивать датчики. Если кому интересно, просите, скину библиотеку сюда в комменты. Хотя, конечно, хитрость какая, что все работает на пасте, то есть без дилеев, без задержек, то есть чисто часть на регистрах, ну то есть чтобы максимально экономить время, максимальная скорость исполнения. Как она плавно рулит, ну, в среднем положении, чтобы не фиксироваться. Тут кнопка плохо, что она только в вертикалке, не в любом положении, поэтому ее надо распаивать. Ну, это все в проекте. Добавление вот к этому проекту. Ну, то есть, чтобы рулить, поворачивать на источник. Бегать от базы, антенна, чтобы поворачивать, чтобы связь была. Ну, ладно. Подробности не раскрываю. Можно, конечно, с экрана захватить. Скажут, что не я программировал. Конечно, есть более умные люди, но как бы пользовался их умом, но свести все в единое целое тоже не пункт единый, без глюков. Так что вот такие пироги, короче. Можно циклы менять, как бы поставил 5 секунд опрос. Достаточно. За 5 секунд шибко ничего не меняется.